1 февраля в Восточной Пруссии наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели городом Зейбург и с боями заняли более 50 других населенных пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели городом и крепостью Торунь, северо-восточнее и восточнее Франкфурта на Одере. Наши войска с боем овладели железнодорожным узлом Шверин и заняли более 100 других населенных пунктов. Западнее города Лешна наши войска пересекли германскую границу и с боем заняли более 50 населенных пунктов. В Будапеште наши войска вели бои по уничтожению окруженного гарнизона противника в западной части города. За 1 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 133 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии бито 26 самолетов противника.